Вы должны взять... Уважаемый председатель, у меня есть кандидатура по поводу этого секретаря. Это неправильный вот это вот бланк, потому что никто на этом бланке, никто ничего не писал. Это украденный бланк из управы. А вот теперь и голосуйте. Против, если вы против, голосуйте против. Все. А почему вы так против? Почему так боитесь, что будут еще введены люди? Чем больше людей, тем объективнее. Вы должны быть за это. Они к вам как ходили? Под каким предлогом они к вам ходили? Что у вас все будет шоколаде, вас поселят здесь? Никогда этого не будет. Местные жители выступают как за, так и против реновации. Пригласили муниципальных кандидатов солидарности поприсутствовать на этом собрании. И мы видим, что здесь происходят очень странные вещи. Инициативная группа, которая готовила собрание, фактически не в состоянии его провести. Происходит бардак, у них снялся председатель. Они не могут фактически поставить на голосование, нормально провести ни один вопрос. Дом этот достаточно хороший. Это не пятиэтажка, не хрущевка, а вполне добротная сталинка. По мнению многих жителей, она просто пропустила несколько капремонтов. Лично мое мнение, что этот дом достаточно надежный, крепкий, и если будут потрачены государственные, бюджетные, очень немаленькие средства на снесение данного дома, а потом на построение на его месте нового дома, то это вообще неразумно, потому что можно гораздо меньше денег потратить из бюджета, чтобы просто очередникам жилья, многодетным матерям, инвалидам и тем, которые пребывают в плохих условиях, просто дать новые квартиры. Такие жители у нас в доме есть. А собственники жильцы, собственники этого дома могут оставаться жить в этом доме. Здравствуйте. Я как инициативная группа, мы как инициативная группа. Вы выяснили монтаж. Вы инициировали общее собрание, правильно? Да. Общее, не отдельное собрание. Нет. Не одно общее. Вы сделали, конечно, общее собрание. А здесь уже получается, те собственники против того, чтобы там провести. Они имеют на это право. Ну, пускай ради Бога. Пожалуйста, вы думаете, вы что, оставят в Москве? Выдали не оставят. На этом собрании ни одно практически из требований приказа, по которому должны проводиться общие собрания собственников помещений в жилом доме, не выполнено. Я не знаю, как будут выходить организаторы собрания из этой ситуации, не имея на руках ни протокола, надлежащим образом оформленного, ни иных документов, говорящих о том, что очная часть собрания прошла в соответствии с действующим законодательством. Ведут баранов на бой. Кто-то за, кто-то против. Ну вот я подошел. И ведут тут всех. Я подошел к председателю и спросил, какой сейчас рассматривается вопрос, когда он еще был председателем. Какой порядок выступлений там? Он ничего не смог ответить. Какой вопрос рассматривать? Мы это все спонтанно организуем. Вам, Николай Федорович, спасибо. Спасибо вам. Главное, что мы еще увидим, что у вас будем подвигаться в районе.